Всех приветствую. Сегодня видеоролик записываю про установку дверей. В общем, что нам понадобится? Стамески, молоток, пассатижи, всякая мелочь, короче, ножик, рулетка, а шурупы разные. Так, лазерный уровень, шурупайзер, лобзик для распиловки, добор, монтажная пена, торцовка, и торцовка другой комнате стоит. В общем, устанавливать буду вот такие двери. Двери так хорошие, ламинированные, короче, тяжеленькие. Вот коробка, коробки лежат, доборы и наличник. Понадобится еще освещение хорошее, потому что коробка темная, плохо все видно. Установку дверей я не занимаюсь профессионально, ну то есть делаю объект и в комплекс входит установка дверей и делаю заодно и двери. Делаю я их не так быстро, как профессионал, стараюсь, куда торопиться. Как говорится, назвался грибом, повязай корзину. Ну все, приятного просмотра всем. Здесь я перепилю это кухню, все обтянул пленкой. Пока у меня, к сожалению, пылесоса нету. И шарниры, навесы я буду тоже вручную делать, без фрезера, без всего, по старинке. Сейчас хочу... Александр Ткачев, подписчик мой, спрашивал, что, как она работает. Привет вам! Сейчас посмотрите, как она работает. Сейчас буду собирать коробку. Ну, все остальное. Так, сейчас для начала просто покажу, как она пилит. Вот я ставлю меточку, ну просто на брусочке. Видно. Здесь лазер включается. Лазер настроен так, что он на половину диска идет, лазер. То есть метка. По метке выставляем по лазеру метку. Получилось пол метки осталось. Точно пилит. Я уже двери поставил. Туалет, ванна. Все. Запилил коробочку. Оставляем 45 градусов. Плотно прижимаем. Ждем, пока диск остановится полностью. Ну, в общем, вот. Видно, нет, вот такой запил получился. Верхнюю часть
И залез у нас. Yeah.
Так, ну вот. Поставила шарниры. Шарниры должны чуточку совсем выпирать. Что-то плохо снимаем. Вот. Видно, нет. Вот так. Так получилось. Это какой-то ДВПшечка. Выпирать они должны, чтобы шарниром не выгибало ни коробку, ни дверь саму. То есть вот смотрим, они должны быть параллельно. И как раз если не делать этот, как сказать, расстояние, то не будет зазора на коробке в 3 мм. А вот сейчас параллель делаешь, и чуть-чуть она выпирает, когда получается 3 мм зазорчик как раз. Так, ну все, следующий этап — это врезка в коробках шарниров. Все это после обеда сделаю.
Ну вот и все. А сегодня хватит. Ладно, ребята, счастливее. Все, все, полетел я. Вот эту дверь еще поставил. Это я поставил. Так, получается, вчера поставил. Ну, на туалет с ванной я жду по 2 дня, пока пена нормально высохнет. Ну все. Следующее видео будет уже про доборы, про замки. И про наличник. Все, до свидания.